Итоговые контрольные оценки за триместр, подготовка к экзаменам. В Люберцах заканчивается учебный год. Уже на следующей неделе в школах городского округа прозвенят последние звонки. В преддверии праздника наша съемочная группа посетила гимназию номер 43. Эти юноши и девушки пока считаются школьниками, но они уже на пороге взрослой жизни. Уже совсем скоро для них прозвенит последний звонок и начнется новый, пока еще неизведанный этап. Грустно уже расставаться. У нас многие ребята, ну девочки точнее, плакали, когда там песни какие-то грустные, еще что-то, потому что все равно вспоминаешь это с какой-то грустью, любовью. Много тут очень хороших людей. Мне будет грустно без них. Немного волнительно. Я как-никак сдаю 4 экзамена. Мне очень тяжело сейчас. 11А усердно готовится не только к предстоящим экзаменам, но и к последнему перед выпускным вечером школьному празднику. Ребята репетируют вальс и песню, которую они подарят на прощание родной гимназии. В этом году стены нашей гимназии покинут 27 выпускников. Мы выпускаем один класс, 11-й. Учебный год был непростой, но ребята совсем справились. Мы одолели дистанционное обучение, поэтому я думаю, что наши выпускники ко всему готовы. А у самых маленьких воспитанников школьная жизнь еще впереди. 1 сентября эти малыши впервые зашли в этот класс. И вот учебный год уже позади. Можно подводить первые итоги и делиться первыми успехами. Я люблю животных на окружающем мире, а на математике люблю считать примеры. Первый учебный год прошел очень хорошо, и мне понравилось больше всего математика и окружающий мир, и рисование. Хорошо прошел. Первый класс, успехов много, много открыл, многого узнал. Ну, у меня плюсы, это пятерки. Ну, есть, ну, иногда были плюсы-минусы, это четверки. Я люблю, ну, общаться с друзьями там. Ну, на переменах, ну, играем что-нибудь, ну, что-нибудь разговариваем еще. Окончанию учебного года дети посвятили стихи, песни и рисунки. Мини-концерт устроили прямо в классе. А в конце праздника каждый ученик получил диплом об успешном преодолении первого школьного этапа. До 25 мая во всех школах городского округа прозвучат последние звонки. В этом году 11 класс закончат более 1200 выпускников. 139 из них претендуют на медаль за особые успехи в учении. После 9 класса со школой попрощаются более 3000 детей. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.